Концентрация, все 90 минут полностью. 60 грамм за 60. Тима, с днем рождения. Пару дней уже тренируюсь с командой, так что еще тяжело, конечно. Еще надо набрать какую-то кондицию, форму, но я стараюсь, знаете, чтобы потом было легче. Надо сейчас, чтобы было тяжело, так работаю каждый день хорошо. Вот игра, 45 минут. Тяжело, конечно, но будет все хорошо. Сама его позиция, конечно, она активная позиция, то есть закрывает от лица, работает по всему полю, по своему фан закрывает, поэтому наберет, я думаю, что время. Вот только недавно приехал, стал тренироваться, поэтому, ну так, в принципе, неплохо. 45 минут ему пока хватает. Я видел только, помню, что там как-то разыграли. Васька дал мне передачу сюда, штрафную, и я просто в дальний забил. Ну, нормально. Я хорошо отдал передачу, потом Тима все завершил один в один. Поздравляю его с днем рождения, и вот гол забил. Это хорошо. Даня, надежные передачи! Тима, центр! Хороший, хороший! Ничего! Даня, прости, Даня! Одной передачи можешь отрезать! Прости, прости! А, Тима! Вся команда поздравила перед теорией тоже. Сергей Леонидович и весь тренерский штаб поздравили меня. Вся команда тоже. До конца! Как это повернуть камеру? Да, без проблем, тут все понятно, я уже понимаю все, и ребята тут есть в обороне, которые тут долго, я все с ними понимаю, так что задача тоже хорошая, так что поймал все и без проблем. Заходи, Олег! Ближе, вратарь! Today no comment. Very important game. Как чувствуешь себя хотя бы? I feel very good. Yourself, myself. Yes. И наши атакующие, нападающие, особенно это касается фланга, играйте на своих сильных качествах. У вас есть скорость, у нас хорошо бегут края, но вы принимаете мяч, вы двигаетесь на скорости, останавливаетесь, и это ваша беда потом. Один в один пока не все получается. На скорости, все на скорости работаете. Нужны подачи, нужны обыгрыши, но на скорости. Да нормально, неделя такая, после выходных. Поработали хорошо, подготовились к игре. Понятно, уже более легче, чем сразу первое время было. Ну, уже нормально, потихоньку вкатываемся и будем уже готовы к началу сезона. Ну ура! Ну ура! Идет, да, бежит. Бежит, да? Нет, сейчас шестой номер. Да? Нет, смотри, я ушел, сразу ему дали, типа, этот толстый. Ну, а я пришел, теперь ему не дали, типа, когда меня нету за спиной, вот, ножом. Хочу сказать огромное спасибо, во-первых, команде, потому что дали хорошее сопротивление, считаю, хорошо подать играть в футбол, держать мяч. Отдать должное им нужно. В плане того, что не создавали опасные моменты, но я считаю, это наша заслуга, что мы не давали ему создавать самые опасные моменты. В целом, по игре могу сказать, что ребята молодцы, все старались и в целом хороший матч. Он к тебе по жизни просится? Да? На следующей неделе мы работаем в двухразовом режиме, плюс у нас будет также игровые дни, где-то в один день мы сыграем две игры, и также, я думаю, мы еще сыграем по заключительной микроцикле.